Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука, 17 апреля. Я обещала рассказать, какие сорта я высадила во вторую теплицу. Вот вчера я полностью закончила высадку. Все, теплица набита и высаженными. И тут еще стаканчики на доращивание. Конечно, тут уже сорта, если в первой у меня половина теплицы детерминантные для получения раннего урожая, тут почти все сорта высокорослые. Сейчас я вам покажу. Я уже схему начала рисовать, но я вам не схему, а список просто почитаю, передам. Крайний ряд, вот этот вот самый-самый, где у стенки холодный, как я и говорила, что я его, когда высаживала, было еще прохладненько, я туда посадила снова свои сибирские сорта. Это тяжеловес Сибири, абаканский розовый, любимый праздник, любимый праздник, любимый праздник, пудовик, пудовик. Дафрау Буденовка, Делишес, Делишес, Орлиное сердце и Сержант Пеппер. Там у стены, где было наиболее холодно, я все-таки не рискнула вот этих, я не знаю, неженки или не неженки, но иностранцев посадить. Но уже средние ряды у меня пошли те, которые я или купила на сайте у коллекционеров, или с кем-то по обмену, или кто-то мне в дар прислал. Ну, короче, семена, которые пришли ко мне из различных источников, но все новинки. Вот сейчас, которые я перечислю, этот ряд, тут один сорт, по-моему, только мой, Фиделио, остальные все новинки. Египетская ладья, Португал, Онск, ну, короче, не могу некоторые прочитать. Минусинский гигант, буракирские любимцы, беркель, ослиные уши, египетская ладья, фиделио, ананас нойер и мятежный истребитель. Какой-то там еще два слова, но я сокращенно написала. Следующий ряд, вот который тоже вот так вдоль дорожки, он тоже, тут вообще ни одного моего нет. Вот эта клубника Шлаубах, которую очень все хвалят. Кто-то мне прислал несколько семян под названием немецкая оранжевая клубника. Кто-то прислал клубника миссис Шлаубах. Ну, как я поняла, это один и тот же сорт. Все его нахваливают. Говорят, изумительно сладкий, вкусный, декоративный. Посмотрим. Вот эта клубника этой миссис. Потом черные полосы, золотое сердце Америки. Вот золотое сердце Америки тоже по откликам, которые как... Ну, зрительница восхищалась им и мне посоветовала, прислала мне даже фото и прислала мне семена. И вот это золотое сердце Америки, еще потом один человек прислал, но вот все от него в восторге, тоже посмотрим. Потом некоторые сорта, о которых нет вообще никаких ни мнений, ни которые я сама выбирала при покупке, не знаю, какие будут удачные, какие нет. Потом дальше герцеговина розовый минусинской. Заржавленное сердце, вот Эверетта, полосатый Раджа, это аж из Белоруссии мне приехал он, томата, зарево, интуитивная прозорливость, зеленая тайна личинки, это я сама, по-моему, на сайте покупала, я потом посмотрю источники, откуда что взялось, у меня буду подписывать, двухцветный ананас, и крайняя дорожка, мистер Харт, уссурийский тигр, говядина с куста, Вольф Зосси, это пришло мне с Латвии, коллекционный сорт, всего две семечки, по-моему, две-три, по-моему, Мазарини, потом Мазарини моя, Келлорс, Воловье сердце, Гаргамель, Доктор Рич, Алый Мустанг, это мой, Зароско, Гартаньяна, килограмм, еще раз Вольф Зосси и Авьюри. Короче, здесь сорта, которые мне понадобится изучать очень долго. Сейчас очень большая будет на меня информативная нагрузка. Это всю информацию я буду собирать в кучу. Каждый сорт нужно приготовить описание, когда они будут вырастать, смотреть, соответствует или нет, потому что часто бывает же еще и пересортится. Ну, бывает такое тоже. Но я надеюсь... Ой, подождите, это я сижу на бордюре, сейчас встану. Я так и норовлю, как свободная минутка, или присесть, или прилечь, и снимать видео предпочитаю сидя или лежа. Это мой стиль работы такой. Лежа все лучше делается. Я надеюсь, что эти томаты, если уж и не порадуют меня вкусом, ну, по крайней мере, удивят и расширят мой кругозор настолько, что... Но я хотя бы буду знать, скажу, а вот этот сорт я уже выращивала, я его знаю. И, кстати, начинают один за другим зацветать. Несмотря на то, что высадила, вот этот я позавчера высадила, по-моему. И все они здесь.
очень хорошо себя чувствуют. У меня тут только одна проблема. Заржавели ручки за зиму. Не могу открыть ни эту форточку, ни эту дверь. Сейчас вот буду выбивать дверь, потому что на улице 16 градусов. В теплице температура понемногу повышается. И я боюсь, что она скоро будет такая, что им уже будет некомфортно. Но не от холода, а от жары. Все. Видео удлинять не будем. Вот эти сорта я высадила в теплицу. Хочу добавить, что самая интересная теплица это будет та вот уральская легенда, которая мне ко мне едет. Потому что многие семена я получила поздно и высадила их немножко попозже. Они сейчас у меня еще в 200-граммовых стаканчиках. Вот все эти иностранцы, вот козула, которую мне с Латвии Ивета Соло прислала уже потом, после того, помните, как одна козула у меня взошла, и та была чахлая-чахлая, она меня пожалела и быстренько-быстренько где-то там купила, прислала мне. И вот у меня теперь разнообразные всякие номера козул, но все они будут в последней теплице, потому что рассада еще маленькая. И вот та теплица будет самая-самая разнообразная, самая интересная. Там, наверное, будут вообще одни иностранные вот эти коллекционные сорта. Тут еще, видите, вперемешку половина моих, половина этих. Нынче насмотримся. Калейдоскоп. Томатный калейдоскоп. И забыла сказать про схему посадки, прям буквально минутку. Вот это прошлогодняя схема с той теплицы. Вот так я высаживала детерминантные, вот каждая точка это куст томата. А в этой теплице у меня лунки расположены вот так, уже повдоль, их ходит меньше здесь. И так, сейчас скажу. Вот этих нет, все вот так вот. И этот ряд, и этот, и этот, и этот. Потому что, как еще раз вам говорю, что они все высокорослые, все детерминантные. Их сюда вошло меньше. Расстояние между центрами лунки по 50 сантиметров делала. Это при условии, что будет тщательное пасынкование, своевременное удаление пасынков. Потому что при такой уплотненной посадке нужно следить за ними очень строго. А еще здесь странная вещь девушки растет. Я забыла упомянуть ее.